Мы у него лежим на тарелочке! А где овощи, помидорчики, огурцы? Ты ж... Смотрите, мы лежим, горим на полу, и из стены торчат руки, множество рук. Забрасывать земелькой, чтобы мы не простудились, и туда не попадал лишний сквознячок. Это игра Айс, где за нами вот такая вот голова летает, жут. Потому что как только мы на нее долго смотрим, у нас начинает пропадать энергия. Смотрим? Смотрим, смотрим. Вау, она пришла на... Мы на операционном столе. Впереди крутится лезвие. Вау! Которого нам с вами... Вау! Вот он! Ёму! Ля! Он сквозь дверь прошел! Рекорд. Страшная запись. Где мы с вами... Вау! Ничего себе! Коляска на нас полетела! Мы находимся с вами как будто бы в страшной больнице. И у нас в руках с вами камера. И мы записываем все, что с нами происходит. И за нами тут непонятно кто гоняется. Давайте посмотрим, кто на этот раз это... Вау! И волокет нас куда-то. Красивая дверь. Очень красивая дверь, ребята, оранжевая. Желтой ручкой. И что говорит? Он свистит кому-то. Собаки! И подвешивает нас над своей ритуальной, вот этим ритуальным столом. Призрак старого музыканта ловит нас в туалете, когда мы с вами, собственно, справляли нужду. И закрывает, говорит, теперь ты будешь писать здесь, вредный мальчишка. И он с бензопилой. Ваня, что ты делать собираешься? Ты что собрался, в лес эти дрова рубить? Ты нет, чё? Там же темно. Там темно, там тебя волки съедят. Ни... Игра. Куда ты побежал? Мы тут. Он дверь перепутал. Я красавец, я вас не нашел. Я перепутал дверь, извините. Извините. Мы лежим вместе с каким-то леопардом. Ты опять в регистратуру не записался, вредный мальчишка. Бабка, клянусь, в этот раз записались и очередь отстояли. Не верю. Сейчас пойду и спрошу. У нас... Ребят, братан, у тебя рука во рту застряла, сейчас подавишься. Ты чё, выплюнь срочно. Да, блин. Внучек приехал, дай чмокну. Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Новые плохие концовки, где нас ловят, Северин. Привет, друзья, Маришка Плей. Начинаем с монашки какашки. Вот она нас прибила своим молоточком распрекрасным. Сегодня самые крутые гейм-оверы. Самых лучших игр, которые вы еще не видели. Молоточек. Та-да-ра-да. И нас, короче, она кладет с вами в гробик, который... Просто у нее как бы во дворе завалялся. Ну почему бы в школе, ребята, не хранить деревянный гробик? Но у него отверстие, и надо забрасывать земелькой, чтобы мы не простудились. И туда не попадал лишний сквознячок. Вот такая вот у нас заботливая монахиня. Это Тунайт Хантерс. Где наш дедушка говорит, внучек, что даже чаю попить не останешься? Да не, дедуля, нам пора. Ах, пора. Ну все, тогда пошли. И волокет нас куда-то. Красивая дверь. Очень красивая дверь, ребята, оранжевая. Желтой ручкой. Да. Опа, у нас куда-то приволок. И что говорит? Он свистит кому-то. Собаки! Тузики и шарики повылазили со своих будок. Воу! Нас, ребята, загрызли. Пипец. А это Game Over монашки предыдущей версии. Смотрите, какой тут был прикольный Game Over. Она в таком прикольном своем скинчике нас пригрохала своей любимой кувалдочкой и подвешивает нас над своей ритуальной, вот этим ритуальным столом с кольями. И мы болтаемся и не жужжим. Так, друзья, это Эрик Сан, призрак старого музыканта, ловит нас в туалете, когда мы с вами, собственно, справляли нужду. И закрывает, говорит, теперь ты будешь писать здесь, вредный мальчишка. И опускает на нас, собственно, кря. Это темный интернет, где наш мальчик Ваня забывает убирать за собой в квартире. У него страшный бардак, и у него завелись мыши, тараканы и мы. И мы. И он снимает ролики страшные, где он ловит ребят, записывает это на видео и выкладывает. И он с бензопилой. Ваня, что ты делать собираешься? Ты что собрался, в лес эти дрова рубить? Ты нет, чё? Там же темно. Там темно, там тебя волки съедят. Не ходи без нас.
это, ребята, head horse, голова коня. Давайте посмотрим, какой тут гейм овер. Он так смешно ходит. Наш колхоз Иванович, ребята, нас пригрохал и положил в свою комнату экспериментов. Кладет нас на свой, на свою досточку и хочет нас, собственно, немножко посмотреть, из чего мы состоим. Да, ребята, опускается вот такое вот сверху лезвие. Это Бучер 3D, Скэри Бучер игра. Куда ты побежал? Мы тут! Он дверь перепутал. Я красавец, я вас не нашел, я перепутал дверь. Извините, так бывает, друзья. Уровень пройден, не получилось. Давайте еще раз попробуем, чтобы он нас поймал. Так, бежим сюда, забегаем. Иди сюда! Дядя Буча, ты там будешь нас? Воу, поймал, друзья. Давайте смотрим, какой тут геймовер. Ну и чё? Мы лежим вместе с каким-то леопёрдом. Леопёрдом. Он, короче, что-то варит. Наверное, какую-то нашу часть, ребята. Леопёрдом. Это это Scary Pennywise. Игра про страшного клоуна, когда мы бегаем по его дому. И вот какой новый геймовер нам удалось с вами посмотреть, найти и пройти. Что? Мы у него лежим на тарелочке. А где овощи, помидорчики, огурцы? Ты ж подавишься, хоть бы волосы с нас состриг. Что ты в самом деле, я не знаю. И еще один геймовер этой игры. Смотрите, какой мы посмотрели. Это когда... Это комната ритуалов. Когда мы проигрываем, нас ловят последнюю ночь. Вот смотрите, мы лежим, горим на полу, и из стены торчат руки, множество рук. Это Слендерина X, дом Слендерина, где за нами гоняется Дракула, наш любимый. А это Child of Слендерина, ребенок Слендерины. Игра тоже, где за нами гоняется ребенок и кушает нас. Вот у нас энергия слева пропадает, и давайте посмотрим, что будет, если он нас съест. Ням-ням. Ням-ням. Он отрыгнул, сделал ням-ням. А это, ребята, тоже Слендерина, только немножко другая часть. Давайте посмотрим, какая тут концовочка. Вот, мы не можем на нее смотреть, потому что как только мы на нее долго смотрим, у нас начинает пропадать энергия. Смотрим? Смотрим, смотрим. Вау, она пришла над нами, стала и делает: ты чего ко мне в гости пришел, милок? Это игра Ice, где за нами вот такая вот голова летает жуткая. А это Scary Hospital, новый скин, где за нами гоняется макака. И говорит, что мы... А он занимал впереди нас очередь. А мы говорим: да не, мы занимали. Ах, вы занимали. Нет, это я впереди вас был. И я занимал в регистратуру очередь. И к терапевту, и к этому. И к окулисту тоже. Гляньте, у него окулисты на потолке висят. Идет к нам. И сделает нам кря. Друзья, вот такой вот геймовер, это еще один скин. Это тоже Scary Hospital, скин Evil Kid, где за нами гоняется мальчик из игры Evil Kid. И давайте смотреть, что будет происходить, когда он нас ловит. Мы вам в прошлой серии плохих концовок не показывали геймовер этого скина. Давайте посмотрим. Мы просыпаемся с вами в комнате, где лежим, видимо, на столе. Над нами лампочки. Мы на операционном столе. Впереди крутится лезвие. Вау, здоровченко, ты что нас там хочешь делать с нами? Мальчик, Вася, мы не занимали впереди, твою бабушку мы не обижали, и в регистратуру мы записывались, и все карточки мы взяли, и все на свете мы взяли, и соплей у нас нету, и на клизму и прививки мы согласны. А это, ребята, где за нами Scary Hospital гоняется злая бабушка. Ты опять в регистратуру не записался, вредный мальчишка. Бабка, клянусь, в этот раз записались и очередь отстояли. Не верю. Сейчас пойду и спрошу у нашей Марфы Васильевны. Пойди спроси, чё уж. Гейм-овер. Там тоже у нее случайно как бы гробик завалялся в ее прекрасной каморке. Она нас туда сталкивает, и мы падаем, и закрывается крышка. Короче, и нам с вами крышка. Ой, кроля, гляньте, какой милаха, давай дружить. Не хочет. Друзья, какой-то Scary Rabbit нас с вами пригрохал. Ребят, братан, у тебя рука во рту застряла, сейчас подавишься. Ты чё, выплюнь срочно. Внучек приехал, дай чмокну. Круто. Это, ребята, наша Scary Teacher 3D. Наша тетя Титя волокет нас. Куда ты нас тащишь? Опять ты у меня по дому бегаешь, вредный мальчишка. Эта игра называется Horror Record. Страшная запись. Где мы с вами... Вау! Ничего себе, коляска на нас полетела. Мы находимся с вами как будто бы в страшной больнице. И у нас в руках с вами камера.
И мы записываем все, что с нами происходит. И за нами тут непонятно, кто гоняется. Давайте посмотрим, кто на этот раз это... Вау! Не знаю. Но он нас, короче, аккуратненько положил. Это Scary Child, где за нами игра создателя Мисс Ти. Ой, бежит, бежит, бежит. Это сын Мисс Ти и мороженщик. Эй, ногой нас так. На тебе, подпопник. Че ты пришел ко мне домой? Это, ребята, игра Scary Neighbor, где за нами гоняются друзья Спанч Боба. И это какого креветка. Уля, как он смеется при подступе, друзья. Это игра Hello Nun, где за нами гоняется монахиня. Очень похожая игра на предыдущую, Scary Neighbor. А это такая же игра, где за нами гоняется клоун, от которого мы должны сбежать. Собственно, тоже в этой игре дается квест-задание, которое мы должны выполнять. И если мы не выполняем, он нас... Ой, бежи, бежи, бежи! Ну ты и урод, конечно. Дикий вообще. А эта игра называется, по-моему, Horror Brother или Scary Brother, или, короче, ты мой брат. Ну, непонятно. Здесь за нами гоняется чудик, которого нам с вами... О, вот он, ё-му, ля, он сквозь дверь прошел. Да. И захавал нас, друзья. А это Scary Vampire, друзья, страшный вампир. Игра тоже от создателей Мести. Вампир, Степанович, выходите, нас покушайте. Хрусь. Хрусь. Друзья, класс. И он нам сделал кря. Вот такие вот сегодня концовочки. Если тебе понравилась эта серия, напиши нам и поддержи лайком это видео. И подписывайся на наши каналы, на которые ты, может быть, еще не подписан. Ссылочки в описании, Сами. Друзья. Мы стараемся для вас, потому что вы у нас кто? Самые лучшие. Мы всех очень любим. Всем пока-пока. Пока, друзья.